Всем привет! Другая жизнь снова с вами. Ну что мы сегодня задумали? Лето, можно сказать, в разгаре. Середина июня. Комарья тьма. Вон, видите, сетки надели. Прям злые. Даже слепень один прилетел. Голодный. Голодный, да. Короче, что мы задумали? За моей спиной, сейчас покажу, урочище. Но нам его не надо. Короче говоря, обходим урочище. Доехали, докуда могли. Дальше завалы пошли. То есть пилу бензо я не брал. Хрен с ним, здесь идти не очень далеко. Спускаемся вниз за урочище. Спускаемся в лес. Проходим через лес метров 150-200, короче говоря. Там была дорога. Мы ее там когда-то находили. И река. Там переправа на этой реке когда-то была. Но это тоже не, как бы, не цель. Цель какая? Мы взяли с собой второй рюкзак с болотными сапогами. Перейти через реку. Ну, во-первых, сам брод посмотреть, полазить чуть-чуть. Ну так, чисто экспериментально, потому что ни с Кубы ничего у нас с собой нет. Просто перелезть и посмотреть, что будет за рекой. То есть мы смотрели. Во-первых, там показалось, что какой-то сруб когда-то стоял. Не знаю, правда ли это, или глюк. Может быть, и глюк. Вот, да, издалека не видно. Вот. А во-вторых, посмотреть сами холмы, сам лес, что там будет, неизвестно. Короче говоря, собираемся сейчас, особо не разглагольствуем, и прем туда в сторону переправы. Ну и буду вам показывать, естественно, все понемножку. Айда. Ну что, други, идем через лес, никак до реки не дойдем. Тут хода-то. Петляем, кругами ходим. Ха, находки, вот я говорю. Черный сигнал копать надо. Бубенчит. Ботала. Ботала, да, или ботала, я не знаю, как правильно. Ботала. Ну, в общем, на королах висел. Главное, бубенчит целенький, прикольный. Нарост уберем потом. Бом-бом-бом-бом-бом. Так, вот нам чуть-чуть, короче говоря, до реки осталось. Подожди, вон туда. Да. Вот, и будем вам брод показывать. Очень много комаров, прям мрак. Аж намордники одели. Сквозь них жрут. Короче, потому что ты лысый, да. А я в кепочке, да. Меня не жрут. Сейчас набубенчим что-нибудь, давай. И Миша, где тут Миша? Миша! Пойдемте. Вот такая весенняя красота. Рассказываю. Вот, лес сверху, да, вот по которому мы шли. Все, нашли эту дорогу старую. Если обратно пойдем, если будем мимо идти, покажу. Ну, там ее прям часть видно, где мы в одном из видео поднимали крест, перстень с домиком. Я видео прикреплю, уголок. Вот, помню это бревно. Мы здесь весной как-то сидели, то ли год, то ли два назад. Здесь лосиная тропа. Ну, не только лосиная, звериная идет к реке. Вот она идет, 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 идет. И вон у нас реченька, река. Сейчас мы, сейчас, ну здесь, конечно, да, здесь нам надо сейчас переобуться в сапоги будет. Речка здесь, конечно, мягко говоря, переплюйка. То бишь, дай бог метр. Вон она сейчас вся заросшая. А там также наверх должен лес подниматься. То есть цель какая? Перелезть и походить там по лесу. Найдем мы чего? Не найдем, не знаю. Вот в этом месте, где-то вот здесь, ну плюс-минус, наверное, там 10, 20, 30 метров, не знаю, был брод, переправа, в то время, когда были эти деревни, существовали. Вот. Ну что, переодеваемся и пошли. Ну что, облачились в болоте? Ну, конечно, да. В пещеру первую женщину запускают. Естественно. Сожрет, не сожрет. Пошли. Утонет. Сейчас тебя переправим. Я хотел по реке походить. Ну или хотя бы в реку спустим. О, блин, наметили-то. Да, конечно, тяжелые, естественно, ходят здесь. Ты как-то вот не хочется мне пойти. Это вот сейчас трава, да, вон середина июня. Вон у них выходы. Ну, вон прям видно, да. От реки-то, наверное, нихера не осталось. А? Болотце, блин. Болотце, не утопнем бы в нем. Оно это, жиденькое. Ё-моё, вообще реки нет, все высохло. А когда-то, я понимаю, здесь ходили на маленьких лодках. Ну, на лодках, короче. Понятно, что корабли здесь не плавали, на лодках. Булькает?
Пойдем пробовать по траве. Если не пройдешь. Не, ну мы все-таки в сапожищах. Да, но я это чуть пытаюсь утонуть. Оно засасывает. По реке, говорит, сейчас походить. Ага, хер ты там не походишь. Ну нет, где-нибудь по бережочкам-то может. Да тут. Ну что, встал на дно? А, ну тут не глубоко. А, можно походить-то. Ну, можно, да. Походи. Затягивает. Сейчас попробую, конечно. Коп в речной жиже. Где-то вон в тех кустах мы видели что-то типа сруба. Или... Блин, все, крапивы заросло. Или глюки. Сейчас посмотрим, поднимемся туда в лес наверх, поглядим. О, развлекуха-то. Здесь, да, здесь поиск вести, это, ну, мягко говоря. От реки здесь ничего не осталось. Ручей. Мы когда были последний раз здесь... Сигналов тут нет. Да нет, конечно. Здесь, если что-то есть, то здесь все выл, засосало уже 100 лет назад. Да, или стоит, но очень... Но она была широкая, судя по крапивным зарослям. О, видите что, Игорь Владимирович, как-то мне это топко очень. Вылазь-ка-то на берег. Там далеко идти до берега. Ну ты вылазь, а я тебя сейчас догоню. Пойду за, пойду за прибором. Ну все, пока отключаюсь, все ясно. Там посмотрим дальше. Промежуточный отчет. Короче говоря, вот это все пойма заболоченная. Вылезли, какая-то искусственная насыпь. Может быть, это и было когда-то вот там, вот, вот там речка. Скорее не насыпь, а вот две канавы сделали, вода скатилась. Или так, да, потому что здесь следующий канал. Ну, короче, здесь берега. Сейчас не представляется возможным по ним что-то искать. Ну, видите сами. Здесь все заросло напрочь. С того берега как бы смотрится, как будто... Здесь все окей. Да, ни хрена не окей. Вот, ладно, что, придется обратно сейчас идти. Продолжать прочесывать те леса, кое уж приехали сюда. Мы будем там в ельнике шептаться. Ну да, других вариантов-то особо. Зато очень это... Мы же все вон там, а мы прошли сюда. Ну да. Ты вспомни, гирьку-то я где-то вот здесь нашла, помнишь? Ну, на той стороне. Ну, на той стороне, да. Вот так вот вам. Разведка. Вот вам разведка. Разведка, она такая себе. Естественно, никакого сруба там и в помине нет. Там болото. Ну, там пойма. Ну, там просто бревна еловые упали так. Как будто, ветки, как будто дом издалека, как да? Как будто лежат одно на другом. Ладно, идем обратно. Так, вот дорога, ну вот эта старинная, которая, на которой мы что-то находили. Вон там заваленный куст. Вот сейчас идем. Кусок старинного монгольского ножичка, ну и всякое такое. Хвостовик наконечника. Похоже, да, на хвостовик наконечника. Стрелы. Короче говоря, решили перекусить, посидеть, подумать. Все равно здесь придется сегодня крутиться. Долго хрен проходим, потому что комары нас сквозь сетки даже уже доедают. Так, а Бог нам сегодня послал. Оп! О, руляклю. Расстегай. А, расстегай. Руляк. Ну, короче, у нас перекус, и продолжаем чесать вот это вот местечко. Ну, друзья, не зря я говорил. Вот мы сейчас где-то вон там ель сидели. А где-то вот, не пойму, ну, я где куст-то. Вот, а вот елка-то. Нет, это вторая елка, первая вон там, подальше чуть-чуть. Вот там. Короче, ножички-то я говорил, находил. Ну и все, зачет. Вот она, оно. Корочка. Ух, какая курочка. Красивая. Чуть-чуть с утратами, естественно. Но это огонь, вы посмотрите. Это финно-угорская шумящая подвеска. Ну, самих подвесок, конечно, здесь нет. Ну, здесь, да, здесь всякие гусиные лапки, бубенчики всякие вешались, прочее, 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 посмотреть. Ну, это курочка, да. У нас такая есть одна. Мы ее находили. Есть еще голова такой. Голова, да, была такая. Но это вообще огонь. Друзья, ставьте лайки, мы заслужили. Не зря мы здесь в царстве комара и гнуса. Уже просто уже сидим. Я гусели эти
как они называются-то? Мы посидели ровно 5 минут. Да меньше даже. Вскочили, заглотили эти булки и побежали. Вот такой занимательный лес. Не зря наконечники. Ну вот, я думаю, пойду я вдоль оврага. Ну, что я тебе могу сказать? Давай еще вот этот. Вот здесь надо крутиться. Прям вот медленно-медленно. Она верховая, да, я так понимаю? Ну, она не глубоко. Не глубоко, да. Ну, все, застываем, начинаем ходить. Еще, наверное, на час-полтора нас хватит, дай бог, с такими комарами. Сквозь сет. Рюкзак скидываю, я сейчас повешу тоже. Если бы сейчас без сеток, без одежи были, то был бы мрак. Вон, мы запечатанные сейчас покажу. Такие вот сеточки. Целиком все это запечатанное. Все равно продал бы вот у меня. Как у Драка, голова уже. Драк это... Не помню, как фильм был, это в 90-х. Било как фольга, блин, вообще просто. Конечно. Драк это персонаж фильма. Я, короче, сейчас найду фотку, прикреплю. Это старинный фильм, такой фантастика из 90-х. Смешные они такие были. Сейчас прикреплю. Вот, а пока мы продолжаем ходить. Продолжаем крутиться. Вон там, чуть-чуть где пень, подальше был. Замечательная курочка. А вот здесь такую штуку нашли и зависли. Я не знаю, что это такое. Что-то старое. Какой-то... Такого типа мы находили. Находили уже. Возле наконечников стрел. Но да. Это в другом городе. Какой-то вертыш. Как будто бы. На ключ не похоже. Фиг его знает, что это. Смотреть. Ну, это что-то вот, да, какие-то, может быть, элементы жилища. Сейчас будем вот здесь уже по зелени чуть-чуть в сторону машины двигаться. Ну и возвращаться в эти места придется. Ну как, это понятно теперь, что придется. Когда травы вот этой всей не будет. Потому что здесь надо тоже прозванивать. Осенью. Да, потому что вот у меня тоже отбивает, особенно кислицы. Здесь еще ничего, да. Вот там вообще все заросло. Вон, посмотрите. Чуть-чуть в сторону ступаешь и все, привет. Четыре часа утра, день номер два. Вчера в итоге жара 30-градусная и обилие комаров нас выгнало из леса. Но мы не оставляем надежды походить здесь еще немного. Поэтому 4 часа утра мы здесь же пропилили дорогу, спустились прямо на угол. Комары все равно одолевают, но время у нас есть до начала жары, часика 3-4, там до 8, грубо говоря. Шепотом говорю, чтоб птиц не перебивать. Пойдемте дальше копать, искать. Так, вот оно, это место. Вчера здесь, где у нас, сейчас я скажу. Короче, вот там где-то был поднят курочка, петушок. Вот здесь в районе вот этих заваленных деревьев. Фу, комары, тяжело говорить. 7 утра уже жарко. Самое. Ножички всякие и прочее. Ну и очередной зачет не зря шли. Сейчас покажу. Знаете, какая красота целый. Это все тоже. Времена вот этих финно-угорских подвесок. 11, 12, 13 век. Сплав такой же. Сплав тоже. Да, мы находили такие. Только щитки были ромбообразные на другом вот здесь поселении, где-то в нескольких километрах отсюда. А здесь овальненький. Слушайте, целенький, ну зачет. Очень сильно чернил. Да. Причем как, бил. Ну как гвоздь ржавый. Нос с цветнинкой. Нос с цветнинкой. А копнул поглубже и все, и он зацепил. А я вчера вот возле этого дерева, вон там, где у меня, сейчас, вон где прибор стоит, вот. Банк с вазелином. Несколько капсулей, там яму пока вчера разрыл. Ну короче. Ходить тяжело, будем продолжать здесь крутиться. Времени немного. Ну, в принципе, две офигительные находки. Это уже просто огонь. Две офигительные находки. Че я несу? Да это на камеру, наверное. Наверное. Сейчас я отойду. Часы твои. Сейчас я отойду. Ну да, я треки пишу. Потом по карте смотрю, где мы шастали. Вот на таких местах прям вот каждый метр прям вот. Блин, что-то на меня жара плохо влияет, ребят. Мне говорить тяжело. Ну да ладно.
Ползаем здесь. А? Ползаем здесь пока что, значит. Прошло еще где-то полчасика, и почему-то мне все-таки складывается впечатление, что здесь какое-то строение было. Видите? Это ключ, очень старый, достаточно глубоко, где-то на штыке. Интересно, да? Все примерно там же, не так, как вот на прошлых наших поселухах, прям уйма сигналов. Но они есть. Значит, все-таки что-то здесь происходило в то время. Только что, теперь остается только гадать. Да, вот и продолжаем крутиться. О, красиво, паутина. Блин, у нее название, кстати, есть какое-то. Смотрите, там вчерашние ножички, перстень, там чуть-чуть подальше кур. Ну, короче, вот. Как-то вот так, где мы крутимся. Ключик где-то вот, где-то там вот, не здесь, а вот подальше. Что-то как-то здесь где-то было. Черный? Да, только опять цветник либо очень глухой. Фу. Время половины седьмого, или семь, или что-то я во времени уже потерялся. Решили водички попить. Чё, походу, глубоко. Ну, тут хватает глубоких-то, да. Причем зачастую бывает такое, что с глубины там больше штыка советские гвозди. Ха, а сверху всякая старина лезет. Ну как перекопали? Да, шикарно. Птицы. Они недостаток. Комары, блин, достаток. Комаров, да, комаров, конечно, тьма тьмущая. Завелся. Или нет? Копаем онлайн непонятную хрень. А, вот, что-то есть, да, сверху. Какая-нибудь железяка. Да. А копаем мы здесь практически все. Чтобы вы понимали. Ну, вот он. Гвоздь, да? Советский. А вот я говорю, зачастую с глубины гвозди. А сверху? Да, сверху старина. Ну что, перевернули? Куда? После этого. Ладно, надо водички попить. Мифы из леса продолжаются. Мы, конечно, на голову двинулись окончательно. Комарье, жара, черти где лазим. Кстати говоря, вот там дальше, где зелень, где трава, сейчас попробовали зайти. Подняли всех комаров местных, походу, и ушли. Здесь вот, где нет травы, здесь все-таки полегче чуть-чуть ходить. Осень, весна. Теперь мы знаем, что здесь что-то есть. Обязательно сюда вернемся. Опять символичный миф-то. Мифы обских угров. Ханты и манси, долго сохранявшие традиционный быт таежных охотников, рыболовов и оленеводов на юге, занимавшихся скотоводством, также сохранили богатейшую мифологию. Ханты – астеки и манси – вагулы. Меньше были затронуты христианизацией, чем другие финно-угорские народы. Но впервые остяцкие верования были описаны именно во время миссионерской поездки с
совершенный после указа Петра I 1710 года о крещении остяков. Покровитель людей – Мирсуснехум. Мирсуснехум, смотрящий за миром, имеет множество имен и эпитетов. Маехнехум, Витехнехум, землю объезжающий человек, воду объезжающий человек. Алихум, южный человек, он считался специальным покровителем Верхней Оби. Лувнхум, всадник. Сорниатыр, золотой богатырь. Асталиахатыр, верховье Оби богатырь. И многие-многие другие. Он родился между небом и землей, когда его мать Калташ-Эква была сброшена с неба или спущена с него в серебряные люльки. Поэтому к нему, как и к Калташ-Экве, обращаются с мольбами о покровительстве детям. Мирсуснехум хотел повидать отца, и его хитроумная мать устроила так, что Нумитарум увидел Мирсуснехума раньше старших братьев. Тот первым успел привязать своего чудесного коня к коновязи у дома отца. Так он получил не принадлежащее ему старшинство, наподобие библейского Иакова. Богатырское имя отстоял свое право на главенство среди братьев в борьбе с Палум-Тарумом. Рассказывают, что когда Палум-Тарум отказался признать главенство Мирсуснехума, Нумитарум велел связать волосы соперников и положить братьев на крылатого коня. Кто завизжит отборе первым, тот лишался права на богатырское имя. Палум-Тарум не выдержал испытаний, ему досталась только часть имени Верховного Бога. Каждую ночь Мирсуснехум объезжает землю на всевидящем крылатом коне по имени Тавлынг-Луф. У коня золотая гриба и серебряные копыта, в некоторых мифах шесть ног. Сам герой в песенных эпитетах приобретает космические размеры. Мужчина с глазами вселенной с Обь, с глазами величиной с озера, с ушами величиной с Обь, с ушами величиной с озера. Он проверяет, все ли в порядке в мире людей, и передает им наказы своего отца. Бог выслушивает камлающих шаманов и помогает людям излечиваться от болезней. Поэтому Мирсуснехуму приносили жертвы при рождении ребенка, при вступлении в брак, при болезни и перед долгими путешествиями, ведь он сам был богом-странником. Мирсуснехуму подвластна была иерархия духов, лесные духи Мис и даже Менквы ежегодно платили ему дань. А десятником у него служил Чойры-Нойка, стрекоза-странник. Вот такой интересный рассказ из старинных мифов. Да, символично, когда финно-угорскую какую-нибудь штучку находишь в лесу где-то, а потом вот такие штуки читаешь, прям мурашки по коже. Красота. Пишите в комментариях, интересно вам слушать такие вещи или нет. Но я думаю, что интересно в любом случае. А мы попробуем еще что-нибудь интересненькое откопать. Пока у нас есть часик еще поискать. Мы поищем. Обнаружили сейчас там вдоль реки ямы незатейливых комрадов. Несколько штук и костровище. Кто-то сюда все-таки дополз. Такая жопа достаточно жопная. Ну, я извиняюсь за выражение. Есть только сурочище. Ну, сурочище, да, решили, видимо, до реки дойти, там костер пожечь. Вот, и рядом с этими незатейливыми ямами. Весьма себе цветной сигнал. Ну да, такой. С хрипотцой, все как надо. Ручечка. Хоть на комод ставь прямо сейчас. Посмотрите, какая клевая. Тяжелая. Потом. Ну это не до монгола, естественно. Ага. Все, комары, солнце вышло. Комары жрут конкретно. Мы выдвигаемся в сторону машины. Я считаю, что мы неплохо нашли для таких поисков, как бы две офигительные находки, это круто. Вот. Уползаем в сторону машины, там уже будем думать, что. Вот если одну находку за 3-4 выхода найдешь, и то сейчас. Нет, это хорошо. А тут за два выхода две находки. Ну как за два выхода? Вчера там 3 часа и сегодня столько же. Ну. Фу, комарьё. Все, друзья, товарищи, сбежали мы из леса. Как вчера, так и сегодня. Бегом. Сквозь сетки. У меня башка насквозь вся покусана. Люк-то в бейсболке и еще ничего. А у меня в мою... Мозг вытекает. Да, в мою лысину набили, и все, мои опилки начали вылезать оттуда из кожи. Короче, жрут капитально, причем комарья прям очень много. Я чуть не помню, давно такого сезона не было, хотя именно комариного. Я
нормально около реки. Очень не, ну меньше их было обычно. Ну, как каждый год что-то дохрена. Вот иногда год дохрена клеща, иногда дохрена комара, иногда дохрена лосиные мухи, вот этих лосиных. Короче, каждый год какой-то дрянь дохрена. Следующий год, наверное, будет много змей. Вот. А, было такое? Да было, было, я помню, где-то. По району, по Переславскому, по-моему, блин, гадюки под каждым этим, под каждым кустом этим клубками валялись. Причем гадюки именно, черные наши. Прям много-много их было. Вот такой вот ролик у нас получился. Ранний весенний, июньский. Довольный. А, даже не весенний, летний, что не сюда. Довольный, конечно. Находок мало, естественно, с таких мест очень мало, но радости они приносят прям немыслимое количество. Все ложится благополучно в коллекцию. А мы продолжаем думать, где здесь дальше прочесывать. Ну тут все, тут утвердилось наше мнение, что здесь домонгол есть. Значит, эти берега тоже будем изучать. Где есть возможность, потому что здесь берега достаточно сложные. Так, у меня здесь яма такая, проезжаем. Опа, чтобы березу не кинуло. Скинодет, экшн-камеру ставить куда-нибудь на борт машины и снимать. Вот, здесь берега достаточно сложные. Здесь холм, потом болотина. Холм, болотина, вот такое вот. Причем болотина намного больше, чем холм. Да, 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 болото как бы заболоченное. Все-таки здесь сторона вот эта. Ну, на одном из болот я подушку сломала. Ну, да. Ну, все равно будем искать. Чего я остановиться-то решил? Ё-моё, в этой луже. С вами заговорился. Встанем и все, и не тронемся. Опа! Так, секундочку, все, проехали. Опасное место. Короче, вот такой ролик получился. Короче, эта река заболочена в пустыне. Да. Ладно, спасибо, что с нами гуляли традиционно. Мы для вас снимаем. Вы с нами гуляете. Всем чистого воздуха, здоровья и пока. У нас? Да, ну посмотрел, отвернулся. Факт, что уйдет, блядь, молодой глупый. Так трактор тут не едет. Помчался, жопа белая. Ну точно молодой, не пуганный. Подросток, понял?